Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с вами продолжаем играть в House Flipper. Естественно, у нас осталось там пара серий, и ничего сверхъестественного мы делать с тобой сегодня не будем, опять же, потому что мы с тобой не все закончили ремонты здесь. Давай перейдем к небольшому какому-нибудь домику. Этот вот слишком большой, давай вот этот сделаем. Если он будет действительно маленький, и быстро мы его сделаем, то сделаем еще одно задание. Заказ «Незваные гости». Миссис Кэсси родилась и выросла в этом городе, но позже была вынуждена уехать. Теперь, спустя 40 лет, она решила вернуться. В этом доме у нас есть две спальни и одна ванная комната. В доме красивый деревянный пол, в гостиной и прихожей. Тщательная уборка которого должна восстановить прежний блеск. Вчера мы привезли старый письменный стол ее отца, который, согласно пожеланиям клиента, должен быть красиво вписан в дизайн гостиной. Эта мебель много значит для нее. Кроме того, миссис Кэсси очень любит готовить, поэтому функциональная кухня также находится в плане ремонта. Удачи, Грета Эванс. Бюджет 679 тысяч, выбора 3, 9 помещений. Посмотрим, что тут по заданиям. Тут помещений-то 9, а делать что-то нужно лишь в 5. Приступим давай. В саду делать ничего не надо, поэтому сразу же приходим вот сюда и убираем... удалять... Что, удалять ничего не нужно? Опа. Это мусор был. Ну, давай начнем вытирать полы. Ну, потому что, почему нет? Так. Тут все просто, тут все быстро, тут делать-то нечего вообще. Тут просто вот мгновенно можно все сделать. Я по карте смотрю, чтобы было быстрее немного. Как мне сказал один человек, делай серии по 30-40 минут, а то час это слишком много. Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Каким образом я должен был уместить часовую серию в 40 минут? Как я должен был сделать ремонт быстрее? Не ясно. Убрать мусор, покрасить цвета в цвета какую-то там лощину, не лощину. Вот это не надо убирать, это не надо. А подожди, а где мусор? А где мусор тогда? А мусора-то нет. Мусора-то нет. Я, может, что не понимаю? Может быть, я что-то правда не понимаю? Где здесь мусор-то? Эй! Ящики не открываются, ничего не открывается. Может быть, меня обманывают? Где здесь может быть мусор, чтобы его можно было выбросить? Я лично его, не вижу. Не вижу. 33%. Якобы здесь должно быть аж целых 3 мусорных элемента. Я их не вижу в упор. Просто в упор. Я вижу вот только вот какие-то вот растения, всякие вот сорняки вижу. А даже сорняков не вижу. Это просто обычные растения. Поэтому с мусором здесь уже первый баг мы видим. Хотя, может быть, это я что-то не понял, поэтому напиши в комментариях обязательно... Что, доигрался, что ли? Гнездо летучих мышей. Мы уже знаем, что произвело эти странные звуки. Летучие мыши сделали гнездо в дымоходе. Освещение в камине, которое долгое время не использовался, было не лучшей идеей. Испуганные летучие мыши, врываясь в входное отверстие дымохода, роняли вниз массу сажи и грязи. По крайней мере, теперь они не будут... теперь они будут гнездиться где-то еще. Да, давай камин сделаем, потому что камин... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Как все выглядит нехоро... Подожди. Вот это что ли грязь? Серьезно? Класс. Можешь не писать, что я сделал не так и что мне нужно сделать. Я уже все понял. Покрасить стены, покрасить... установить встроенную широкую штору, поместить предмет, диван. Ага. Все ясно, все просто. Давай начнем с покраски. Купить сейчас, купить вот сюда, купить, взять кисточку и начинаю красить. Цвет какой-то прям никакой. То есть он прям грязный. Хотя, может быть, благодаря этому цвету стены будут мараться меньше. Но все равно выглядит он как будто бы ты живешь в каком-то... Не знаю... В мусорном баке. Так. Это делается быстро, в принципе. На это не уходит очень много времени.
Так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Все, так, встроенные широкие шторы поместить, установить нужно. Это вот такая вот. Давай я тоже такого бело-серого цвета поставим. Че, нельзя? Прям совсем-совсем нельзя? Ага, ясно. Давай-ка мы тогда отодвинем, говорю, стол. Вот сюда поставлю его. Не сюда. Вот так надо сделать. Нажать сюда. И повесить штору как следует. Установи. Так. 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 Угу. Красота. Стол теперь передвигаю вот сюда. На свое законное место. На его законное место. Что-то он как-то немножко кривоват стоит, да? Давай вот чутка подвину. Вот так уже более-менее, куда ни шло. Теперь беру диван. Диван Эмили. Поставлю какой-нибудь нейтрального цвета. Светлый, да. Купить сейчас. Купить, поставить вот сюда. Блин, а камин-то мне куда нужно ставить? Тут же ведь нужно было камин поставить. Давай будет диван стоять вот здесь. Камин. Опять же, ставлю я куда-нибудь... Фу. Кремовый. И купить сейчас и вот сюда. Хотя... Нет, вот сюда нет. Сюда некрасиво. Вот сюда вот надо поставить камин. Потом кресло поставлю я, пожалуй-ка, вот сюда. Ну, типа, при входе, чтобы можно было, если что, сесть. Второе кресло я поставлю уже даже не знаю куда его. В угол ставить не камильфо, поэтому поставлю я его, наверное... Не знаю, тут кто-нибудь в углу будет сидеть. Просто от безделья. Шкафчик Гермес мне нужно. Сколько их поставить надо? Один. Белого... Нет, не белого. Давай будем... Такого белого цвета будет шкаф. Ага. Купить сейчас. И поставлю я его вот сюда. Вообще не круто выглядит. Выглядит ужасно. Ну а что поделаешь? Такова жизнь. Белого цвета стол... Так как он кофейный, он будет стоять рядом с диваном. Круглое светлое кресло. Серого светлого цвета купить сейчас. Блин, нахрена столько кресел, я не пойму. Зачем этому человеку нужно столько кресел? Пусть здесь будет. Стилизованная лампа купить сейчас. Поставлю вот сюда. Беру Нет, лампы еще большие нужны. Ёшкин кот. А, это маленькая лампа? Довольно-таки маленькая лампа. Так, вот сюда вот. И давай драцену. Драцена будет вот в таком вот... Нет, пусть будет лучше... Да тоже ни к чему. Красный... Да ладно, пусть белый будет. Купить несколько. Это две штуки драцены. Надо поставить куда-нибудь вот сюдашеньки и вот сюдашеньки. Парам-пам-пам-пам. Ну... Бляха-муха, представляешь? Не влезает. Не хочет оно здесь стоять. Ну, пусть... Ай, ладно, пусть вот здесь стоит. И остается повесить картину. Повесим картину вот такого размера вот сюда над диваном. А, лепота. Продаю краску лишнюю, которая мне не нужна. Межкомнатные двери нужно установить, ну-кся. А, здесь лесная дымка тоже нужна. Старая римская штора, встроенная узкая штора. Межкомнатные двери надо удалить, говорю. Ого-гошеньки. Здорово. Так, здесь. Крашу в лесную дымку. Купить сейчас лесная дымка. Ага. Так, сюда. И вот так вот. Намажу сейчас как... Сейчас как все намажу, сейчас как будет все красиво. Красивее не придумаешь. Угу. Угу. Что получается? Грязный дом получается, а не грязная квартира. Грязный дом. Просто дом с грязными стенами. Не самое лучшее место, где хотелось бы жить. Но, видать, у человека, который будет здесь жить, очень специфический вкус. Специфичный, точнее. И у него есть желание жить в грязном доме.
в грязном доме, в грязных стенах, в грязных всех вот этих вот... Ага. Классические четыре кресла. Ёб твою мать. Четыре кресла, это надо вот, вот так вот. Серьезно, ты одно купил? Я нажал в... Блять, наверное, по привычке на синюю нажал. Купить несколько. Рыцари прямоугольного стола сейчас будут вот здесь вот сидеть, обсуждать жизнь. Сейчас не влезет стол по-любому. 100% говорю тебе, не вылезает стол. Влезает. Красота, красота. Криво поставил кресло. Кто бы сомневался. Тут можно поглубже засунуть. Засунуть глубже можно. Опа. Вот так вот. Вообще красота. Вот сюда вот вообще отлично. Так, ну вот это дело надо все равно исправить. Ну конечно, блядь, давай придумай еще. И вот сюда. Хорошо. Так, теперь мне нужно повесить римскую штору. Купить несколько, аж целых две. Раз, два. А что там еще нужно? Встроенная узкая штора. Купить сейчас. Раз. Два. А зачем вот это вот было внутреннее, я не пойму. Она для чего? Типа, чтобы окно просто загородить? А вот это тупо как декорация выйдет. Но по сути-то от нее пользы никакой не будет, ввиду наличия маленькой шторки, которая закрывает в целом окно само по себе. То есть солнце уже светить не будет. Солнце не будет светить, люди тебя видеть не будут. Зачем там еще-то одна штора нужна? Тупо для декорации, не более того. Да, да, такая жизнь. Все, так, эта комната тоже готова. Сколько у нас осталось там? Три комнатки. Чего? Ничего себе. Не, наверное, мы с тобой все-таки ограничимся всего лишь на все одним заказом. Давай-ка снесем стену, шкафчиков вокруг, холодильника будет достаточно для нашего клиента. Давайте только устраним дверь, а стену используем, чтобы повесить шкафчики. Давай повесим шкафчики. Не хочу стену ломать, потому что, ну, это, блин, не круто вообще. Хотел валиком помыть пол. Вообще что-то неправильно хотел все сделать. Так, 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 ага, все красиво. Так, а вот это продать нужно, нет? Да, смотри-ка, как все плохо. Все очень плохо и некрасиво. Теперь потолочную лампу нужно еще удалить. Расположение комнат мне, получается, нужно... Чего? А здесь же и так нет двери. Зачем мне нужно сломать стены? Удалил. Дальше что? Четыре стены построить, построить верхние стенки. А здесь же их и так нет. Зачем мне нужно что-то... Не очень понимаю логику игры. Уничтожить стены нужно 6. То есть вообще, по сути, вот эти вот... эти раз, два, три, четыре стены. И вот эти вот стены нужно тоже сломать. На кой? Типа шире стену сделать? Шире проделать проход? Ну а для чего? Кому это было нужно? Не знаешь? Я тоже не знаю. Так, а вот это зачем? Здесь вообще стену построить? Просто построить стену? Отлично. Понятно все. Так, и при стенке. Притолок. Притолочку вот эту вот прилепить. Вот сюда. И вот сюда. Красота. Так. Что дальше тут? Белый цвет. Угу. Большую куплю сразу, потому что 40 стен, это все-таки не хухры-мухры, надо побольше взять. Угу. Ну что такое? Дыры в стене, говорит. Дыры в стене. Да ладно тебе. Да не придумывай давай. Крась поверх. Потом не видно будет. Слушай, да, он прям... Прям реально не хочет красить по дыркам. Видишь, какой придирчивый. А, то есть я уже покрасил все необходимые стенки.
Ясненько, ясненько. Так, вот это вот нужно покрасить тоже. Хотя, потому что я так хочу. А, и взять гипс. Нет, это не гипс. А где гипс? А, мне нужно его купить. Гипс-то надо покупать. Гипс-то надо выкупать. Гипс. Гипс. Не тот язык выбрал. Гипс. А, стена гипса, хотел сказать. Ведро гипса купить сейчас. Поставить вот сюда. Взять. Блять, мастер на все руки просто. Угу, красота. Теперь мазюкой. Ой, хотел гипсом стены покрасить. Тек. Ну, что такое? Вот. Теперь все красиво. Нужно уложить 20 плиток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Вот эту, короче, стену или вот эту стену нужно уложить плиткой. Ну, давай купим плитку, потому что можем купить плитку. Купить несколько. В одной пачке не помню сколько, но, по-моему, точно не 20, поэтому вот так вот. Беру вот так, ага, и вот так. И пошло-поехало. Есть время для размышлений, есть время для посидеть, подумать о жизни. Просто куча времени. Я, правда, с 20 здесь переборщил, здесь нет 20. Здесь как раз-таки 20, но все же верхушку не надо тогда будет заклеивать плиткой, потому что верхушка это еще какое-то количество плитки. Считай, вся стена, по сути-то. Да, этого реально много. Будет выглядеть, конечно, тупо, ну а что поделаешь. Так, продаю плитку. Плитку, краску и гипс. Блядь, не красота, ну ладно. Плитка напольная купить. Так. И так. Теперь, светлая римская штора. Купить. Несколько. Раз, два, три. Установи. Почему-то красным горит, но устанавливается без проблем. Странно это все. Так. Угу. Так. Установил. Отлично. Раковина, шкафчики всякие тут нужно уже... Смотреть, куда повесить нужно. Ёшкин кот. Давайте стальную вытяжку купим. Потому что я знаю, куда... Блять, выглядит, конечно, ущербно. Что поделаешь? Будешь цепляться башкой постоянно, когда будешь выходить и заходить из комнаты. Ну, больше как заходить, когда будешь, тогда будешь цепляться. Широкий шкафчик. Шкафчик с полками. Кухонный комплект. Двудверный холодильник. Ай, думаю, что вот такое вот нужно купить. И поставить его... Даже не знаю куда. Скорее всего, нужно было бы поставить его вот сюда. Нет. Пусть стоит вот тут. Теперь. Раковина. Нет. Темное нужно дерево. Сапеле. Сапеле, опять же, естественно. Сапеле, вишня, сапеле. И вот тут вот сапе... Нет. Сапеле. Сапеле. Купить сейчас. На кой я сюда ставлю, я не знаю. Вот, может быть, вот сюда? Блять, много места слишком. Остается. Хорошо. Нужно поставить широкий шкафчик. Узкий шкафчик. Шкафчик с ящиками. Шкафчик с полками подвесной. Кухонный комплект с духовкой. Ёшкин кот, какой он огромный. Ну, а что поделаешь? Темная вишня, шоколадный бук, вишня, вишня, сапеле. А ну тут, в принципе, все хорошо. Так, куда бы его... А, вот сюда вот. Че, места, смотри, сколько. Красота. Теперь галогенная лампа. Купить несколько. Это 4 штучки вот сюда вот.
Раз. Ну что такое-то? Ну нельзя, что ли, вот так вот сделать? Ну нет, несерьезно это все получается. А я не понимаю, куда нужно повесить. Вот сюда, наверное. Блин. Чутка левей. Вроде как ровно, но может быть чутка левее еще нужно было. А вот это вот чутка правее. Вот так. Еще правее. Ну, куда ни шло. Да, вот так вот вообще отлично. Теперь я должен сделать что? Поставить шкафчиков. Шкафчики под спиле. Спиле. Почему они все в разных местах, я не понимаю. Спиле. Купить сейчас. Поставить вот сюда. Поставить... Почему холодильник только не под спиле? Вот это вот хочу узнать на этот вопрос ответ. Потому что. Потому что. Два. Нужно же было два купить. А еще сейчас ящик один не влезет, представляешь? Один. Один надо было купить. А тут получается, блин, ты где он есть? Сапеле. Купить несколько. Вот тут два надо. Да чтоб тебя, ну. Я же вижу, что ты туда залезаешь. Блин, как он далеко стоит. Подожди-ка, нужно передвинуть. Нужно передвинуть, это точно. Ага. И теперь нужно повесить шкафчик. Сапеле, естественно, купить сейчас. Вот сюда. И повесить два шкафчика под сапеле. Купить несколько. Повесить их вот. Ага. Вот один вот сюда. Пусть тут висит, не знаю зачем. А второй вот. Вот тут же повешу. Вот типа вот пусть висит. Скажешь мне, конечно, что. Блядь, дизайнер из тебя никакой. Так я и не заделывался дизайнером, я играю в игру. Бери да играй. Если тебе не нравится. Так, иду теперь, знаешь куда? Не сюда. Вот сюда иду. Используй две спальни или одна с прямым доступом к ванной. Давай сделаем спальню прачечной и ванной комнатой. Давай разделим это на две части. Меньшей частью будет прачечная и другой ванной комната. Давай построим небольшую стену, это сократит гардероб. Но даст комфортный переход в ванную. Давайте определенно оставим эти две спальни на случай, если семья приедет на несколько дней с ночевкой, одной ванной достаточно. Да я считаю, что одной ванной достаточно, потому что здесь прачечная, блядь. У тебя какие хоромы. В белый цвет нужно покрасить. Это меня радует. Купить. Блять, фонаря не хватает здесь. Опа, включи свет. И, а, нет, это слишком жирно будет. Так. Мазюкую. Быстрей. Ага. Хорошо. Вообще отлично, смотри, как хорошо получается. Кто бы сомневался. Хорошо, что здесь руками не нужно красить. Типа, ну, вот, мазюкать прям. Я бы, мне кажется, не справился с этой задачей и психовал бы очень много, потому что пропускал бы какие-нибудь моменты. И у меня бы игра постоянно что-нибудь не засчитывала. Так, все. Погоди-ка, что, правда, что ли, все? Как быстро. Теперь двуспальная кровать. Пусть она будет светленькая. Поставлю ее, пожалуй, вот сюда. Даже вроде более-менее ровно. Шкаф. Купить сейчас. Но он должен стоять вот здесь. Угу, чтобы никто пройти не мог. Круто придумано. А куда? И шкаф такой огромный. Не, ну серьезно.
Давай тогда вот так кровать поставлю. Ну, типа, чтобы... Нет. Правее. И с этой стороны вроде нельзя, и с этой стороны нельзя. Вот так вот заходи, да садись на кровать, на свою. Прикроватная тумбочка должна еще поместиться. Охренеть. Да вы что там, ошалели, что ли? Тумбочки вам прикроватные нужны. Сил моих нет. Ага. Отлично. Быстро комнату сделал, смотри. Это что такое? Ёшкин кот, как много всего нужно сделать. Покрасить в белый цвет, установить устройство. Погоди, я белый цвет продал или нет? Не сюда. Да, продал. Обидно. А, могло бы хватить. Что здесь? Ничего. Это что, последняя комната получается? Нет, здесь еще одна. Погоди-ка. Погоди-ка. Я где-то не докрасил... Я где-то не докрасил... 5 секунд. Извините. Извините. Прям на ровном месте запорол. Так, теперь продаю. Это белый? По-моему, да. По-моему, это белый. Поэтому почему бы мне его не использовать вот в той комнате? По-моему, это белый. Нет, хер, это не белый. Грустно. Ну а что поделаешь? Эмке хватает за глаза, поэтому беру ее. Мазюку ей. Да, немножечко это не белый. Чутка белый светлее, чем этот. Тарарарарарара. Так. Угу. Где я закончил? Подожди. А, это... А, я уже... Да ладно, я покрасил так много уже стен. Я сам не заметил, как я покрасил стены. Кошмар. Что такое интересное занятие, красить стены, я прям не могу. Сил прям нет. Красил бы, докрасил целый день. Так. Угу. Блять, где еще-то? А, вот она. Теперь продаю я эту краску, потому что эта комната последняя. Устанавливаю шторы. Купить сейчас. Раз. Все. И темную римскую штору. А, ну понятно почему. Потому что их 3 окна. Теперь устанавливаю огромную штору. Раз. Два. Три. 4. 5. Нет. Зачем так кто-то открыл? Дурил-то картонная. А, нужно было просто взять... Он что, серьезно теперь? Больше нет... Нет, самое? Закрой окно-то. Все. Установить. Так. 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 Красота. Теперь двуспальная кровать сердечко. Естественно, как без сердечка-то. Ну, пусть она будет цвета такого... ну, пусть светлая будет, ладно. Светлая, светло-голубой, светло-голубой и купить сейчас. Вот сюда вот поставлю посерединке. Типа, чтобы и сюда можно было пройти, и сюда можно было пройти, чтобы было все хорошо. Кресло. Кресло должно быть тоже синего цвета, как штора. Под шторы мебель подбираем. А чё бы нет? Хотелось бы вот в уголок ее так вот поставить. Типа, ну, типа, сидишь такой в углу на кресле. Важный. Смотришь по сторонам. Прикроватная тумбочка. Будет обычного цвета такого, чтобы оно не выдавалось очень сильно. Там я, кстати, поперек, по-моему, тумбочки поставил, если я не ошибаюсь. Ну, как влезли. И две... Что такое-то? Цвет не выбирался, представляешь? Купить несколько. Вот сюда. И вот сюда. Готово дело. Прибыль 1 200 000. Ой. А двери меня радуют, что в разные стороны открываются. Это вообще прекрасно. Сейчас, света здесь больше никакого нет? А, вот это вот что такое? Оно как-то включается? Вот так вообще отлично.
Завершить заказ. Да, хочу завершить 100% заказа за 1 200 000. У них был бюджет 600 тысяч, а заплатили они мне аж целых 1 200 000. Я не понимаю, как так работает. Неужели люди готовы за работу заплатить больше, чем за материалы? То есть, ну, в два раза. То есть, по факту-то, блин, они настолько проигрывают денег, что они могли бы просто-напросто немножечко сэкономить на работе, но купить гораздо более приятные материалы, что ли, или же что-то такое. То есть, более что-то дорогое. Ну, а на этом мы с тобой должны попрощаться. Такая серия коротенькая получилась, но в один заказ. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующих сериях, возможно, да, в следующих видео. И всем пока.